Всем привет, с вами Рыбачок 36. В этом выпуске я бы хотел с вами поговорить о таких воблерах, о воблерах на головля. В этом году я для себя открыл такую фирму, как Цуёки, с ее репликами на чабика. Это называется у них Шериф 38F. Вот чабик. Они очень похожи. Но у чабика игра звонкая, а у шерифа, у шефа глухая. Шарик один глухой. Так вот, что я хочу сказать. В этом году они сделали всю рыбалку мне на головля и жереха. Особенно отличился два цвета. Это вот такой шеф 38F такой расцветки. Работала и с утра, и ночью работала. И вот в такой расцветке. Тоже шеф 38F. Это вот были фавориты этого сезона. У меня на канале все есть видео, где я ловил головля в этом году. И ночью, и днем, и утром. Так вот, что я хочу о них сказать. Во-первых, у них огромное количество расцветок. Покраска у воблеров идеальная. Крючки стоят овнеровские, сразу овнеровские. Кольца заводные классные стоят. В отличие от оригинала, здесь крючки сразу под замену. Мало того, что он стоит дорого, да? И крючки сразу под замену, потому что они пластилиновые какие-то. Они разгибаются мгновенно. Всем советую. Цуёки. Шеф. 38F. Расцветок много, цена копеечная, и они на порядок облавливают оригинал. Вот мы с друзьями летом становились в ряд, да? Они на оригинал, я на шефа. Я таскаю, у них ни одной поклевки. В оконцовке они все перешли шефа. Говорит, мы устали смотреть, как ты ловишь, а мы нет. Расцветок у них очень много разных. Это не реклама, ребят, серьезно. Кто не верит, попробуйте. Убедитесь сами, что я вам не вру. Самые вот основные рабочие цвета, я же говорю, вот такой вот зеленую блесточку, вот такой серый, я не знаю, он не примечательный ничем, но и вот такой вот расцветки. Вот они в этом году были самые ловистые. Не знаю, как будет в следующем году, потому что у рыбы настроение меняется, поэтому у меня много разных цветов. Кое-что я пообрывал, кое-что щука пооткусывала. Хоть и поводок у меня стоит металлический, но коротенький. Заглатывает и откусывает. Также отличился в этом году у меня от Strike Pro Кренки 40. Тоже он дороже, чем Цуёка, но он тоже рабочий. Звук у него тоже другой. Он отличается и от оригинала, и от Цуёки. Он более звонкий, чем Цуёка, но более глухой, чем оригинал. О, коробочка упала с воблерами. И был еще у меня такой коричневый с золотыми полосками. В этом году я на него поймал самого трофейного своего головля на 2 килограмма. Фотографии я вставлю.
оторвал тоже его, нужно будет подкупить. Так что смысла нет гоняться за дорогими оригиналами, плюс еще потом отдельно покупать крючки им ставить. Рабочие все воблера, он видно, что работало все. И на этом. Но они хуже работают. Я не знаю почему. До этого я ловил только на них. А потом устал их обрывать. Все-таки цена не маленькая. Думаю, дай поищу, что может. Может кто-то что-то выпустил. Нашел от Strike Pro кренки 40. Ну, они у меня работали и по прошлому году. Кренк 50 и кренки 40. Что-то у нас в магазинах их не стало. Думаю, дай поищу что-нибудь, как-нибудь замену им. И вот нашел замену. Они намного дешевле даже, чем от Strike Pro. Цуёки. Затем всем пока. С вами был Рыбачок 36. Скоро весна, пойдем на Головля и Жереха. Всем пока. Не забываем подписываться, ставить лайки, дизлайки. Ругайте меня, если я не прав. Или хвалите. Пока всем.